Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня, наконец-таки, я разморозила грибы. Грибы, которые мне привез Вася. Это он собирал, только ему я доверяю. Чужие грибы я не ем. Вот. Это опята. Он их собрал, перебрал, отварил и принес мне уже вареные. Я сначала хотела все зажарить, но подумала, что это будет много. Вот, накрошила луку. Я не жарила его отдельно. Думаю, что я буду возиться? Дело в том, что там по телевизору идет фильм, и вот его половинку показали, и через полчаса после новостей будет продолжение. Поэтому я вот быстренько прибежала и вот жарю их, мешаю на большом огне, чтобы их не спалить. По-моему, они уже готовы, но они же вареные, что их мусолить долго. Лук тоже уже готов. Сначала думала, отдельно поджарю лук, чтобы он был желтенький. Посолила, короче, поперчила, все. Еще 5 минуток у меня есть, и даже можно поклевать немножечко. Ну вот, пообедать. Было много планов сначала. Я уже думала с картошкой тушить. Что я не передумала, в итоге я просто положила на сковородку, забросила сюда лук, и вот я его уже обжарила. Его лук имеется в виду и грибы. Сейчас я немножко поем вот за этих 5 минут и побегу досматривать фильм вторую половину. Чем же там все-таки закончится это дело? А фильм, девочки, называется «Это жизнь» по Первому белорусскому каналу. Вот. А еще вечером начала смотреть в 19:10 тоже по этому же каналу, тоже сериал, но этот тот уже на всю неделю, а этот, наверное, закончится сейчас. Отдыхаю сегодня, ничего больше не делала, ничего. У меня так бывает, один день я убираю, стираю, еще что-то делаю. Да, вчера вымыла окно, то, которое шмяк затопал своими лапками, лазивший все лето. Теперь у меня окно закрыто, в смысле форточка закрыта. Вот. И он уже посмотрел, уже знает, что в форточку не вылезешь. Поэтому я решила его вымыть, чтобы уже на зиму оно было чистенькое. Все, я заканчиваю с грибами, накладываю себе в тарелочку и буду есть. Доброе утро, мои дорогие друзья. Ой, встала давно и взялась за готовку. Вчера я вам показывала, как я тушила, жарила грибы, а сегодня решила капусту пожарить. И вот отошла в комнату, телевизор выключить, свет выключить и немножко подпалила. Немножко подпалила, но, слава богу, не совсем. Не совсем. Вот, снизу там лежит еще кусочек мяса, мясо-сало. Вот. Он у меня остался в морозилке. Думаю, я сейчас его тоже зажарю. И как раз и в капусту тут будет это все вкусней. На улице у нас, девочки, дождь. Я утром встаю и думаю, ну что это я никак не могу проснуться. Вернее, я проснулась. И шмяка я впустила домой. Но темно-темно. И все лежу и лежу. И шмяка со мной прилег, и мы не хотим вставать. А оказывается, дождь. Собрался дождь. Но вот он уже прекратился, он немножечко полил. Шмячка приходил, пока дождь лил. Но чуть почувствовал, что дождя нет, тут же выпросился на улицу. Ну, выпустила, а что делать? Ну, а сейчас расскажу, чем я сейчас занимаюсь и чем занималась вчера вечером. Вот такая вот, девочки, я стала. Вот такая вот краска, которую я вам вчера показывала, что я приобрела на Валберес. Долго-долго выбирала. И вот та коробочку, которую я перед этим красилась,
Лондо Колор. А какой же там был номер? То ли 10, то ли 11. Когда я совсем отбелилась, очень так красиво, хорошо, я все же... Вы знаете, я всю жизнь ищу вот эту вот краску. Вот такой, в смысле, вот такой вот цвет. Потому что когда-то у меня был Лондо Колор. Ой, резинка на руке. Это я сняла, чтобы вам видней было. Вот. Лондо Колор шампань, 50-й номер. У меня был вот такой вот цвет. После долгого ношения белого мне захотелось немножечко тепла, солнца. И я потом вот нашла Лондо Колор номер 50 шампань. И мне очень он нравился, этот цвет. Но она пропала. И какая теперь под этим номером краска, я не знаю. И сколько я не находила, ничего я найти никак не могу. Вот. Но нашла вот такое, поверила, что написано. А как тут написано? Сейчас я вам скажу. Скажу, чтобы вы тоже не клюнули на такую надпись. Как же называется? Карамельный перламутр. Но на картинке очень красивый, правда? Ну, красивый цвет, живой такой вот теплый цвет. Под картинкой там на Валберес написано бежевый, фиолетовый. Но к чему фиолетовый? Тут непонятно. А вот к чему. Потому что вот... Развела я краску, намазала на волосы. Я вообще хотела не красить полностью, думала, корни только покрашу, а потом это все так вот чуть-чуть размажу и все. Не хотела я сушить волосы. Они у меня и так отсекаются со страшной силой, прямо вот расчесываешь и отваливаются. Слава богу, что не сверху, а сверху растут. Растут тут кругом кусочки такие, хвостики. Вот. Сижу, девочки, а волосы никакого оттенка не приобретают. Как белые мазонины этой намазала, такие они все 40 минут, они у меня и отстояли. Но думаю, ну сколько ж можно держать, надо идти смывать. Может, что-то увижу. Короче, смыла волосы, закрутила полотенцем. Сняла полотенце и смотрю, что ничего не произошло. Немножко, конечно, есть оттенок, но тот, как вы говорите, когда вы на меня смотрите, и вы говорите, волос как седой. Да, он такой, он не седой, но он какой-то вот немножко с фиолетовым оттенком. Ну вот надо было выбрасывать деньги, чтобы поверить тому, что на коробке, и получить пшик. Я, конечно, разозлилась, расчесала волосы, девочки, и отрезала. Вот такой кусок отрезала. Думаю, все вот эти вот нижние, которые сухие, я отрежу. Это вот, видите, было с хвостом, но потом вот раз это самое. Тут что-то у меня, когда сохло, такой неровно выскочило, стоит так. Хвостик. Вот такой вот цвет у меня получился. Так что, кто хочет такой цвет, конечно, можете купить эту краску. Хотя тут, вот посмотрите, как красиво тут. Как красиво. Для этого надо иметь такой цвет, чтобы получить такой. А на белый тут ничего не говорится. Но о чем дальше поговорим? Это я отключилась, помешала капусту, хоть она на маленьком окне, но думаю, чтобы она совсем у меня не сгорела. А то нечего будет обедать. Нет, вообще-то суп я вчера сварила. Я сварила суп с клёцками вечером. Такой простенький. Морковка, лук, клёцки и все. Ну, клёцок много, картошку я не ложила. Такой легкий и курочка. Вот. Распаковала я вчера свою картину. Вот она у меня стоит здесь. Здесь она у меня стоит, девочки.
Вот я ее так поставила. Сначала я даже была расстроилась. Вечером принесла лупу. Вот та картина, которую до этого я делала, там четко вот эти вот квадратики с циферками, они четко-четко. А здесь прямо я сразу, когда посмотрела, мне показалось, что вообще циферок никаких нету, что просто квадратики разного цвета, просто квадратики. Я расстроилась, я очень-очень расстроилась, потому что издалека вот так вот вообще не видно. Здесь надо хорошая-хорошая лупа. И свет, конечно, и свет. Но я потом отклеила вот эту вот пленку, которая на ней. Взяла лупу, присмотрелась, что все-таки циферки есть. Но здесь, прежде чем добраться до циферок, надо сделать тоже работу. Вот в прошлой было все нормально. Там были все... Вот эти вот бусинки были вот в таких пакетиках, и на этих пакетиках был номер. Сразу берешь и насыпаешь в эту самую, вот в эту штучку, и все видно. Тут видно, там видно. Здесь ничего. Здесь все вот так вот, в таких целлофановых пакетах, на которых написано номер, но... Не будешь же отрезать, потом куда-то насыпать, потом оставлять, и это будет все высыпаться и будет здесь сыпаться. И, в общем, началась у меня сначала работа с того, что я начала разрезать вот эти пакетики, превращать их вот в такие пакетики и наклеивать здесь вот это вот штучки тоже есть. Вот такие кружочки, которые надо наклеить на этот пакетик. Ну и вот так вот. Сначала надо сделать такую работу. Но не знаю, будут ли эти кружочки держаться. Что-то они как-то не очень. И написать номер, тот, который должен быть. Я вот тут несколько пакетов это самое понаклеила. Вот, складываю на эту бумагу, которая тут под номерами. Но что-то они по углам заворачиваются. Как бы они, пока я это работаю, эту всю не сделаю... Как бы они не поотклеились и не отвалились, и я потом бы вообще не знала, что, может быть, надо было еще от этих, с этих пакетов срезать номер и туда в пакетик ложить, чтобы не растерять потом. Потому что пока я буду, там же не в одном месте, вот заклеил все, и все, больше эти кнопочки не надо. А там же там и там и там, может, потом под конец, как я в той работе делала, как это, я говорю, лапила картину, что я находила и там по-разному эти самые. А здесь вообще вот такая вот ерунда у меня. Трудная будет работа, трудная, но мне это хотелось, мне это нравится. И зачем, кажется, спрашивается? Вот зачем, спросите, да? Комната вся завешена. Вешает в другую комнату. Зачем? Там я не вижу. Я не хожу по той комнате. Совершенно. Я почти там... Только что, если мне надо зайти в стенку, взять постельное белье, перевешать. Если мне надо там, допустим, полотенце. Но полотенца у меня все в ванной лежат. Те, которыми я пользуюсь и даже которыми не пользуюсь, чтобы мне туда не ходить. Вот. И там вообще в стенку в эту, она была пустая, Вася уехал, свои вещи все забрал. Вот, и одеяло, пледы, я все отдала, это Аришке, как они вот переехали, детей стало больше, кроваток стало больше, и я отдала все это Аришке, поэтому там пусто, только что там елочные игрушки наверху лежат, и мои наряды, которые я носила лет 20 назад, но девчонки мои это не носят, а наряды почти новые. Вот, джинсовые юбки, рубашки, сарафаны, то, что было модно тогда. Это можно и сейчас носить. Я смотрю, люди носят, прямая юбка, допустим, этой самой, как она, карандаш джинсовая, штроксовая. Но дело в том, что я немножечко, чуть-чуть потолстела. Вот, я их и могу натянуть, но они все равно очень тесно как-то.
Ну и сейчас уже мало кто носит эти юбки-карандаши. Только что на работу люди носят. Такие, у которых специальная форма это рабочая. Белая рубашка, черный низ. Вот. Я вообще летом люблю больше платья. А начинается вот такая погода. Спортивные штаны, байка, жилетка наверх или куртка и вперед. А куда? Не в театр, на рынок. Вот сегодня надо сходить на рынок, надо купить что-то хлебобулочное. У меня ничего нет, у меня остался кусок пирога, но он пока полежал, он какой-то стал влажный такой, и я его не хочу. Я хочу свежих булочек. Я люблю вообще выпечку вот прямо с печки, чтобы она была мягенькая, свеженькая, а черствую я не люблю. Но, правда, черный хлеб лежит в морозилке. Вот так вот, девочки. Вот так вот я вам пожаловалась. Сейчас я завяжу хвостик и буду продолжать вот это вот сначала разбирать, чтобы у меня уже было удобно. Взял пакетик. Но как приспособить еще эту доску? Вот так вот я не буду ничего видеть на этой доске. Надо как-то, наверное, положить на стол, что-то подложить, чтобы она вот так вот было мне удобно как-то наискось немножко. Ну, буду думать. Но пока сейчас стушу капусту, чтобы у меня к обеду была еда. Хоть суп там и есть в холодильнике. Вот. И, наверное, надо вот... О, смотрю, что дождь вообще прекратился. Я смотрю по водоему, что капель никаких нет. Надо идти сходить за хлебом, переодеться. Спортивные штаны серые, спортивную майку. Не майку, а эту байку серую. И вперед. Но на улице не холодно. Я выходила, и шмяка ни за что вот не остался дома сидеть. Пошел на улицу. Дождь начинается, а он сидит на земле, и все. Что за кот? Что за кот? Не кот, а какое-то чудо, правда? Все, у меня там кусочки, вот или вот это вот оставить только, и даже не знаю, то ли пойти загрузить на видео, на этот самый, на компьютер соединить, а то где мои грибочки останутся, кусочек этот, я вчера же снимала. Я вчера снимала их, а может просто так вот загружу. Вообще что-то просмотров стало мало, совсем мало. То было много просмотров, смотрела там оплаты, там как-то с этими самыми много было реклам, поэтому, вероятно, там и приплачивали немножко. И все, вот к концу месяца все упало. Все упало, все пропало. Вот. Ну, вот так вот, девочки, вот так вот. Все. Больше сегодня заниматься нечем, только вот картиной. Только картиной. Я сегодня думала, я пойду схожу за хлебом, потом приду, уберу вот эти вот ящики, которые висят тут с петуней, высыплю это траву отдельно, землю отдельно, потому что они уже стали некрасивые. Там пару цветочков цветет, но это уже некрасиво. Ну и вот, мокро. Я думаю, что дождь еще будет. Хотя не передавали. Везде тепло, везде сухо, везде солнечно. А тут так неожиданно дождь. Ну, в принципе, дождик надо, потому что земля вообще пересохла. За эти две недели она вообще... А поливать, что я буду поливать? Я уже убрала этот самый шланг, убрала. Уже и в водоеме там воды капля. Вот. Я этот раз уже думаю, что я уже почти вылью оттуда все, чтобы весной купить свежую клеенку, потому что это отлежало 2 года, она уже некрасивая. Вообще, когда я это создавала, мне вообще хотелось, чтобы вода была все время чистой, и в ней можно было, когда жарко, можно было в ней купаться. Ну, не купаться так, это громко сказано, конечно, просто полежать. Но пока наливаешь чистую, она холодная, а когда она нагреется, в ней уже плавают те, которые тоже пить хотят.
различные мошки. Вот так вот. Вот такие пироги с котятами. Все, девочки, на сегодня все. Надо дело сделать, надо сбегать на базар за хлебом. Сколько там времени? Уже 9:30. Нормально. Пока дождя нет, потому что под зонтиком. Один тут зонтик, тут сумка. То, что купишь зубы, да? Так мы ходим за продуктами. Было бы еще 5 рук, и еще набрали. Пойду только за хлебом схожу. Больше ничего мне не надо. У меня все есть. Только не ленись готовиться. Все, мои хорошие, на сегодня все. Пока. Всего вам хорошего. Хорошей погоды. Если надо дождик, пусть он вам пойдет. Не надо, пусть светит солнышко. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я вам всем рада. И старым, и новым подписчикам.